какого-то подъема. Не, так нельзя, нам сейчас надо снять. Ну поэтому езжай первый, а я буду придерживаться за тобой. Вот, короче, вот здесь вообще сейчас нельзя будет тормозить. Прям вот по этой мы поедем, и там вот он, типа, прям полого-полого. Если честно, я думаю, что мы в жопе. В каком смысле? Йо. Ну что, братик, базарчик будет сегодня? Да, будет. Всем здорово! Вы на сквоте, на ютубчике смотрите. Лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока. Ладно, шутка. Сейчас будем раздувать, короче, такую тему с Диманом. Ездим мы на сноубордах тут по лесам вот этим шерегешским, вот по этим полям пологим. И, короче, мы, ну, как вы могли заметить, мы с рюкзаками на постоянке вообще. То есть я ни разу здесь не катался без рюкзака. Я, прикиньте, то есть кто меня знает, вы угорите вообще, потому что вы ни разу в жизни не видели меня на сноуборде с рюкзаком. Я уверяю вас, точно, 100% так и есть. Как бы кореша не дадут соврать. Но в этом году, походу, я повзрослел. Мне все-таки уже 33 годика. Вот. Взрослый мальчик. Взрослый мальчик. И я, короче, взял себе рюкзак Докаин. Вот такой вот. Моделька Хели Про 24 литра. Вот. Офигенный катальный рюкзак. Смотри, короче, какая у него форма. Видишь, спина. Она прям повторяет четко мою спину. В общем, вот этот материал, он очень быстро сохнущий на спине, да, и он как будто принимает форму твоей спины. Вот, смотри, он даже не разгибается. То есть вот я его тяну, а он как бы как есть. Видите, видите? Ждете тест? Да, его, короче, не нужно носить на рэпе там с растянутыми лямками. Он прямо так должен быть. Смотри, нижние стрэпы какие крутые. Широкие, прям все по кайфу. Вот, но сейчас потихо пробежимся по димановскому рюкзачку. Потом посмотрим, что по технологичке есть у нас. У меня тоже такой есть, чего выпендриваешься? Меня сейчас тут заберут, короче, на хели с помощью этого свистка. Так, что по моему рюкзику? Я чел такой, знаете, я уже, короче, снимал видос про рюкзак Poacher. У меня Poacher. В прошлом году я катался, у меня был Poacher 32 литра. И мне в нем кое-чего не хватало. То есть мне хватало, в принципе, литража, но чего мне в нем не хватало? Чего мне в нем не хватало, добавили в новых моделях. Сейчас я расскажу именно поподробнее. Во-первых, это можно вот так вот носить свой шлем. Это для кого-то вообще пофигу. Например, Чарльз вообще шлем не носит. А на старых можно было носить только, чтобы он у тебя, как у черепашки-ниндзя, был такой горб. И, ну, как бы с таким горбом, может быть, как бы до горки дойти можно, но, во-первых, неудобно там сесть с ним, и покататься, как бы, с этим тоже невозможно. А вот здесь очень удобно, он крепится сверху, и также может крепиться как панцирь. Но, вот, типа, я бывает, что сегодня хочу в шлеме кататься, а завтра не хочу. Или там полдня покатаюсь, потом понимаю, что мы заедем в какой-нибудь, ну, такой лесочек более-менее опасный, я шлем одену. То есть он всегда со мной, я вот сейчас без шлема катаюсь, но он всегда со мной. Это супер удобно, для меня это было важно. Вот это добавили только в новой модели Poacher. Потом, что еще добавили, что для меня было важно? Конечно же, карман для термоса. Я ни разу с собой не брал термос. И я думал, типа, почему в прошлых версиях Poacher нет, ну, типа, кармана для термоса? Я думал, что они настолько, типа, про, что про не носит с собой термос. А вот в новой модели они добавили.
Мне кажется, это прикольно. То есть, как бы взять с собой бутылку с водой. Мы сейчас катаемся в таких условиях, что нам довольно, ну, нам легче скатиться вниз, взять себе горячего чайку в кафешке. Но если там идешь в скитур, берешь с собой этот рюкзак, его не круто бросать просто внутрь рюкзака, потому что это опасно. Ты там можешь на него упасть, сломать себе спину. Здесь есть специальное отделение. Потом, дальше. А ты разве в том году его не обозревал? Это вот был, типа, другой. А, нифига ты крутыш. Рюкзак на сезон? Да. У этого парня просто рюкзак в сезон один. У меня один на всю жизнь, походу, и это первый. А у него рюкзак в сезон просто... Так, я в прошлом году взял себе первый рюкзак и понял, насколько это круто. Так что, короче, они добавили еще, вернее, они усовершенствовали карман для маски. Он стал больше. Я тоже в прошлом сезоне, запихивал вот эту свою маску туда, она прям супер плотно входила. Я думал, это тоже для эргономичности какой-то, чтобы она там вообще не шевелилась. Но они даже в своих видео рассказывают, что они типа это улучшили. Ну вот Леха шарит, за что я говорю, мне кажется, у тебя супер маленький карман для маски. Да, вообще маленький, но это мы сейчас посмотрим, проверим, я даже не пытался еще. Да, и короче, он, этот рюкзак больше, это 32 литра, а у меня был 22 литра. И прикол в том, что они по размеру практически не отличаются. Они начинают отличаться только тогда, когда ты его полностью набиваешь. То есть как бы вот высота, ширина не отличается, когда вот он сложный. Но тут еще утяжки есть. Да, здесь есть утяжки. Я так понимаю, они еще выступают как бы для переноски лыж этим инструментом. И появилась какая-то новая хрень для спидборда, что-то такое. Но сюда палки, скорее всего, трекинговые или лыжные втыкаются. Да, да, вот сюда типа эта тема для палок. А так в целом это все тот же поучер, только усовершенствованный. Еще они там что-то в видосе говорили, что у них новые вот эти вот крепления, но я не особо шарю, чем они отличаются. Мне кажется, ну, для меня это не столь важно, они пластиковые. У меня простые и вообще окей, меня устраивают. Они работают. Да, у нас они разные. Да, да, у нас вообще полностью рюкзаки разные. Да. И цель у них разная. И цель разная. Вот что, смотри, короче, давай промой. Вот знаешь, почему я выбрал вот этот рюкзак вообще в принципе? Я не привык кататься с рюкзаком, а знаете, вот это ощущение, что ты с рюкзаком как фура. То есть у тебя как будто появляется прицеп, и ты становишься таким немного лимузином. То есть ты такой в очереди стоишь, бах, кого-то рюкзаком ударил, например. Я так никогда не делал, потому что у меня рюкзака не было, но меня всегда бесили челы, которые так делают, ну, когда меня толкают. Я почему взял этот рюкзак? Потому что смотрите, какой он узкий. В общем, смысл такой, что... Этот рюкзак, вот ты садишься на креселку, тебе не нужно его снимать. Ты садишься в канатку, тебе не нужно его снимать. Ну, я иногда снимаю, иногда нет. Но снимаю я больше по привычке или потому что хочу из него там что-то достать, например. Вот, он очень эргономичный, он прям по спине прям идеально сидит. И по высоте, то есть он и не достает до жопы, и не торчит сверху. То есть прям супер крутой. И я в нем сажусь, езжу, ворочаюсь, его как будто нет на мне. Чё по технической части чуть-чуть. У меня тоже есть карман для маски, разумеется, но я им даже еще не пользовался. У меня здесь линза лежит. Вот, удобно, она прям в быстром доступе. Вот, ну еще у меня очки есть, так как я настоящий прорайдер, да, как... Ну, вы знаете, я не буду называть фамилии, кто так делает, но вот это вот, знакомая картина, типа, вот он я, да, крутой какой. Вот, у меня сразу плюс 10 тысяч подписчиков. В разных соцсетях, ВКонтакте, там, на Vimeo, не, что там? На Vimeo? Не, не на Vimeo, Vimeo все. Этот, Рутюб, чувак, у меня на Рутюбе плюс 10 тысяч. Реально. Вот, что у меня еще здесь есть? У меня здесь есть помадка, разумеется, а еще вилочка. Кто шарит, ставьте лайк, зачем мне вилочка. Так, смотрите, что по функционалу. Есть быстрый карман для быстрого доступа, что-то хранить. У меня здесь ничего нет, сейчас вообще никакой надобности в этом. Так, ну, я думаю, что вот эту вот стрепу все знают, для чего она. То есть вот эти две, вот это и вот это, они превращаются в одну длинную для того, чтобы носить сноуборд вертикально. Вот это просто вытаскивается из этого кармашка. И сноуборд, соответственно, крепится вот так. Ну, это стандартная схема. Каких-то специальных таких откидных штук для того, чтобы носить сноуборд горизонтально здесь нет. То есть, если вы ездите на снегоходах, то лучше вам посмотреть модельку другую, например, Mission Pro. Этот рюкзак больше такой для курортного катания, для горнопляжного такого, то есть для меня.
Есть доступ вот такой внутрь. Очень удобный. Смотрите, кто шарит, знаете, что у Дакайна отдельно продается защита спины такого странного вида. Она такая обычно красная или синяя, таких олдскульных цветов. Короче, она вставляется вот сюда, и она тоже сохраняет форму, гнется под форму спины. В общем, для меня было, ну, таким очень большим плюсом. У меня ноутбук MacBook Air. И я всегда ношу его с собой, ну, вожу в поездки, потому что там нужно иногда что-то по работе, да и для развлекаловки, там, посмотреть ютубчик. Короче, он вот в этот карман влез. MacBook Air 13 дюймов, прикиньте. И он прям сюда вошел идеально. Вот, вообще это очень крутой карман, удобный. Смотрите, что у меня тут есть. У меня тут есть рулетка, потому что я задрот и стараюсь все доски измерить. Я не верю каталогам и все время проверяю. У меня здесь есть ускоритель, потому что нужно мазать доски, чтобы они ехали, особенно в мороз. У нас давно не было снега, и снег, который есть, он переморожен настолько, что он не едет. Досочку смазываешь, он начинает ехать. Еще у меня здесь, разумеется, есть отвертка. Отвертку всегда нужно возить с собой. Так как я главный выживальщик вообще везде, у меня есть даже ножичек маленький. В случае чего что-то отрезать. В этом кармане пусто. Все. Больше ничего нет. В этом кармане больше ничего нет. Но у меня есть еще один карман большой. Так вот расстегиваем. Здесь, короче, такая тема. Смотри, сейчас немного раздую тоже. Так как мы в Шерегеше, здесь нет лавин. То есть у нас нету щупов, лопат, вот этого всего. Но здесь есть специальные такие... Как это даже назвать-то, я не знаю. Направляющие какие-то. Направляющие карманы, сквозные. Да, это сквозные карманы. Сюда суется щуп, а в другой суется ручка от лопаты, чтобы они не поворачивались как-то по диагонали, а они всегда вдоль рюкзака, то есть вдоль твоей спины. Жесткая спинка и тот карман, который я показывал до этого, он не даст спине достать до... ручки лопаты, то есть она не будет напрягать во время катки. Что у меня в этом кармашке есть? Запасная балаклава флисовая, на случай, если я замерзну. Запасная маска, вот, всем советую вообще возить с собой две маски. Это вроде бы очевидно, но почему-то люди этого не делают. Вот буквально вчера у Антона забрал маску, убрал к себе в рюкзак, потому что он просто упал, она слетела, забилась снегом и заледенела. Все, он ехал вниз без маски. А я, кстати, взял и просто, ну, прям во время катания одна заледенела, я ее шлеп поменял на другую, и все, и бед не знал. Вот, возите с собой две маски. Желательно, чтобы у одной маски была, например, либо темная линза, либо светлая, а у второй универсальная. Вот это прям самый топ. Ну и, разумеется, возите с собой запасные варежки, даже если они супер тонкие, они все равно могут пригодиться. То есть, во-первых, мы можем потерять свои варежки, и это, конечно, печально, но докатать нам этот день помогут запасные, да и вообще они всегда сухие, тепленькие и классненькие. Так, ну смотри, по технической составляющей рюкзака тут есть еще один карман, но такой, можно назвать его для документов. Вот, но он особо нам, в принципе, не нужен, я даже туда ничего не клал. Вот, ну остальное, то есть здесь есть функционал, чтобы прикрепить лыжи, трекинговые палки и так далее, но я думаю, что те, кто катается на лыжах или ходят в скитуры, и так прекрасно знают об этих функциях, я на них останавливаться не буду. Я все-таки не скитурщик профессиональный. Че такое? Не до конца. А, не до конца закрыл? Да, это он с двух сторон, видишь, его наоборот надо даже вот, наверное, ну, вот да, сюда. Да. Вот. А, кстати, смотрите, Димон, короче, раздул такую тему недавно, что вот эта ручка, типа сверху, то, что она такая большая, вот, мне наоборот кажется, что удобно, ты ее можешь в варежке, типа, не запариваясь, взять. Но Димон раздул такую тему, что он, когда проезжает сквозь кусты и нагибается, боится зацепиться, то есть, что куст попадет вот сюда и дернет тебя за плечи назад. Это потому, что со мной такое один раз уже случилось. Один раз за все катание. То есть, ну, я не то чтобы этого боюсь, но я такой, типа, блин, странная штука. Это получается у тебя сверху такой крюк.
То есть, как бы, просто когда ты по трассе едешь, ничего страшного, но когда ты прям через густые заросли едешь, ну, у тебя сверху, как бы, ты пригибаешь голову, а у тебя из рюкзака такой крюк торчит, который может тебя насадить. Ничего страшного с тобой не случится, но я просто спросил у Чаши, типа, что, как ты к этому относишься? Пока он не спросил, я об этом вообще не думал, и, честно говоря, даже сейчас я не представляю, как можно так насадиться, то есть эта вероятность настолько маленькая. Не знаю, я в такой ситуации не был. Вы как думаете? Напишите в комментарии вообще, что вы думаете по поводу вот этой ручки. Нужно Дакайну поменять ее на маленькую или как-то, чтобы она была более прижата? То есть, ну, вообще есть опасность? Что вы думаете по этому поводу? Мы вот пытаемся раздуть эту тему. Вот. Напишите в комментариях об этом. Но мне кажется, это удобная ручка. А что, давай я тоже покажу, что у меня там. Да, лежит. Давай, конечно. Так, ну давайте я начну с заднего. У меня, кстати, как это ни странно, все практически другое, чем у Лёхи. Начну, у меня какие-то совсем другие штуки лежат. То есть у меня вот в заднем отделении лежит, ну, первым делом, конечно же, кепка. Потому что я очень модный, прихожу на склон в кепке. Вот, и типа, это важно. Дальше у меня лежат тут... Дальше у меня лежат тут запасные перчатки. И вот хотел бы к Лёхиному диалогу добавить то, что иногда вам может показаться, что вы с собой их носите, 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 и они вам не пригождаются. И вы такие, типа, блин, ну я уже неделю катаюсь, ни разу не одел эти перчатки. Но и так и взяли, выложили их, и именно в этот день вам они понадобились. То есть, типа, когда мы говорим «носите с собой», вы можете даже этим, ну, ни разу не воспользоваться, но если вам придется ими воспользоваться, вы будете супер кайфовать с этого. То есть никогда не думайте то, что, типа, вот, ношу, никогда не надо было, поношу что-нибудь другое. Нет, когда, типа, это все делается ради, там, одного какого-то раза, когда они вам действительно будут нужны. Вот вчера у меня люто забился снег в моей варежке, и я первый раз, там, за 10 дней достал эти и такой, да, кайф, не зря я все время их с собой таскаю. Потом у меня тут лежат утепленные шорты на прямолофте. Вообще супер крутая штука. Я люблю утепляться. И, кстати, я еще почему любитель потаскать с собой всякие дополнительные теплые вещи. Во-первых, потому что ты контролируешь свой уровень, как бы, комфорта. И это еще и выступает, ну, для меня, я так считаю, дополнительной защитой. То есть у тебя в рюкзаке лежат теплые слои такие. Ты можешь, типа, их одеть. Но когда ты их не одеваешь, у тебя рюкзак — это, типа, супер мягкая такая подушечка сзади, которая, типа, защищает твою спину. То есть с этими мыслями я тоже кладу теплые вещи в свой рюкзак. Даже когда я знаю, что сегодня, например, будет не так уж и холодно, я все равно положу их, чтобы у меня он был такой плотненький. Типа, они ничего не весят, но зато это как для меня как защита, типа, получается такая. Это все, что у меня лежит в заднем кармане. Но опять же, надо понимать, да, что у нас сейчас катание — это такое, типа, курортное развлекалово. То есть тут нет ничего, мы сейчас вам ничего суперсерьезного тут не покажем, да, никаких лавинных лопат. Чисто комфорт на горе. Мы катаемся, сколько мы спусков в день делаем? Три спуска мы делаем в день. То есть, как бы, мы ничего тут специально, ни Лёха, ни я не положили, типа, в рюкзак, чтобы вот. По факту это все, что есть. Так, что еще у меня там есть? У меня там есть такой большой карман. У меня там лежат таблетки от боли в голове. Потому что это самое стрёмное для меня, что может случиться. Заболит башка на горе. Ты просто такой ходишь там, типа, блин, ноешь, не можешь кататься, у тебя башка болит. Таблетки у меня, кстати, тоже есть в маленьком кармане. Прикинь. От башки? Да. Да, это бывает даже вот на сноуборде ты упал, и у тебя башка заболела, просто, типа, звенит, типа, все. А здесь ты сожрал, все, погнал дальше кататься, не паришься. Когда болит башка, это отстой. У меня тоже была там с собой дополнительная маска. Я ее отдал Сереге Теобалде, потому что у него их съели собаки. Ну, у него, как бы, если вы примерно, ну, типа, наверное, вы не знаете, кто это. Но те, кто знают, знают, что у него живет 10 собак хаски дома. И, естественно, они ему все сожрали. И я вот вчера с ним встретился, я дал ему свою вторую маску. И, кстати, да, это реально... Я никогда с собой раньше не носил две маски, но это реально круто. Ты такой бах-бах. Вы знаете, когда у вас, типа, заледеневает маска, нет смысла вообще ее там что-то тереть, оттирать, ты сделаешь только хуже. Просто либо смени линзу,
Но это не очень удобно, когда у тебя все в снегу. Просто достань вторую маску и одень ее на себя. Даже если она там намного дешевле твоей основной, намного хуже, доедь до низа, и уже там ты разберешься, что тебе типа с этим надо придумать. Вот. И тут у меня в основном отделении лежит пуховка. Смотри, короче, вот у меня пуховка, а под пуховкой полартековская кофта. Вот. И на самом деле это мы сейчас вот сидим. И я вот это все надел, потому что я знал, что мы будем сидеть после... Ну, мы же сейчас прокатились. Я даже немножечко вспотел. Ну, это будет там... Увидите. Вот. Увидите, как он вспотел. Увидите, как я вспотел. Ждете этого видео? Ну вот. Я сейчас... Мы спустимся вниз. Мне станет жарко. И я просто сниму, скорее всего, полартековскую кофту. И уберу ее в рюкзак. Вот. У него сейчас в рюкзаке лежит пуховка. Но если он сейчас замерзнет... Он достанет ее, разумеется, наденет. Это ему для видео лень ее доставать. Как только он замерзнет, ему станет не лень. Блин, кстати, есть такая тема, знаете, лучше немного предчувствовать, что тебе станет холодно. Потому что, когда тебе становится холодно, так стрёмно это все делать. Вообще, ты такой, типа, тебе еще надо что-то снять или одеть холодными руками. Да. Типа, нужна такая небольшая, ну, типа, продуманность. Ты должен, типа, немного наперед посмотреть, что, типа, мне возможно по погоде или в условиях, куда я поеду, станет холодно. То есть лучше все немного заранее продумать. Потому что уже в тот момент, когда тебе становится прям холодно, все, у тебя мозг начинает, типа, тупить. Ты такой, может мне просто потерпеть. Типа, потому что холодно просто это все на себя одеть. Вот, и что у меня тут еще? Больше ничего. У меня есть, я забыл. Тоже покажу две фишки, про которые я забыл. Они просто не очевидны, вот, но они есть. У меня в рюкзаке тоже есть для шлема такое крепление. Это выглядит вот так, смотрите. Здесь вот есть такие крючочки, они цепляются вот здесь за специальные крючки. То есть вот таким образом все это сделано. Вот так вот она накидывается, как труселя. Трусики такие. Да, и шлем вот здесь. Но я этим не пользуюсь, так как даже если у меня будет шлем, я не хочу его цеплять, потому что, ну, чтобы не быть фурой. Потому что мой рюкзак, наоборот, я выбрал себе самый тонкий рюкзак. Вот, еще про одну тему забыл. Здесь есть в ручке вот такой кармашек. Как вы думаете, для чего он? Правильно, он для гидратора. Что такое гидратор? Вот сюда вставляется соска и идет трубка по лямке внутрь рюкзака. Вот в это отделение. И у Дакайна есть специальные такие, как назовем это, пакеты. Только очень крепкие, то есть не нужно бояться, что он там лопнет, или если вы упадете на него, ну там дырка появится и все вытечет, этого точно не произойдет. Он вставляется, этот гидратор, вот в это отделение, и у тебя либо 2 литра воды, либо 3 литра воды. Вот в этот рюкзак я бы, наверное, 2 литра взял, просто в Шерегеше в этом нет особого смысла, потому что я боюсь, что вода на горе у меня просто замерзнет, потому что мы катались, здесь было минус 22, минус 25. А вот, например, я в этом году планирую еще поехать в Красную Поляну, и я туда обязательно возьму этот гидратор, он стоит, ну, не так дорого, не буду сейчас врать, сколько он там стоит, но какие-то копейки там, доска для скейта дороже в 2 раза стоит. Вот, я обязательно ее воткну и буду просто посасывать водичку, не снимая рюкзака, это очень круто и удобно. Вот, здесь, конечно, мы на курорте, мы сейчас спустимся, чайку попьем, вот как Димон говорил, с собой таскать смысла нет, потому что, ну, во-первых, здесь все в доступности, здесь цивилизация, как бы, вот, да и если просто воду брать, она замерзнет. Так что в этом рюкзаке я еще не весь потенциал его раскрыл, и нужно в разных местах покататься, в разных условиях для того, чтобы раскрыть потенциал. Угу. Подписываюсь под его словами, а вы подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, бомбитесь на колокольчик. Так, ну что? В целом вроде все. В целом вроде все. Все? Че, мы погнали дальше, у нас там, вон, смотри. Ты же сделаешь, да, туда, чик. А там уже что. Туда есть. Вообще кайф просто. Вот ты посмотри, что там. Вон, смотри. Вот мы сейчас туда поедем с этими рюкзачками. Но это на самом деле не так важно. С рюкзачками вы или без. Главное, кайфуйте от катания. Да. Это самое главное. Это то,
ради чего все это вообще, ради чего вот мы, ради чего они, магазины, это все ерунда, это все не, как бы понятное дело, для кого-то это может быть и деньги, но вот для нас все это просто кайфовать, это жизнь, ребята, это жизнь. Да, не парьтесь, кайфуйте, если нет рюкзака, не беда, если есть рюкзак, на любой бюджет найдется, позаходите, покупайте, все будет круто, давайте, ладно, мы поехали, мы тут уже полчаса сидим с вами, все, подписывайтесь, короче.